Этих небольших рыбок у нас называют брызгунами, хотя мне кажется, что им больше подходит западное название – рыболучник. Ведь чтобы поймать добычу, этой рыбе нужно метко стрелять. Правда, не стрелами, а водой. В зависимости от размера рыбы, дистанция, на которую может быть послана струя, достигает 2 метров. Сначала рыболучник подплывает под жертву, затем высовывает рот из воды и резким движением жаберных крышек выталкивает струю в потенциальную добычу. Кстати, рыболучник почти никогда не промахивается. Подбитая жертва падает в воду, и если охотник не будет медлить, то ему достанется желанный трофей. Стоит отметить, что если цель находится достаточно низко, то рыболучник может выпрыгнуть и атаковать ее над водой. Такими способами рыболучник добывает лишь 10% пищи. Остальные 90% – это классические для обычных рыб подводные виды охоты.